Южная Корея. Это название вызывает воображение и процветающую экономику, из которой происходят многие популярные бренды. Страну Восточной Азии обычно называют историей успеха тесного сотрудничества с США, в отличие от Северной Кореи. Однако бурно развивающаяся в последние десятилетия экономика страны придала властям смелости читать лекции нравоучения миру, как и их американские хозяева. Их мимолетные, а иногда враждебные высказывания способствовали росту напряженности в мире. В совсем недавнем случае, в середине января, президент Южной Кореи назвал Иран врагом Объединенных Арабских Эмиратов, а Тегеран их самой большой угрозой, и сравнил Иран с Северной Кореей, которую он объявил самой большой угрозой для Сеула. Независимо от беспочвенных обвинений Юн Сок Ёля в адрес Исламской Республики Иран, вопрос в том, так ли хороша и невинна Южная Корея, как она пытается торговать без скелета в шкафу. Невинная страна, которой длинная рука судьбы поставила рядом с Северной Кореей их самой большой угрозой, если позаимствовать выражение Ёля. Пожалуй, один из самых громких случаев зверства, совершенной Южной Кореей, восходит 12 февраля 1968 года, когда подразделение морской пехоты этой страны предприняло рейд на Фонг-Хи и Фонг-Хух, две деревни в центральном Вьетнаме. В результате безжалостной расправы остались десятки трупов безоружных гражданских вьетнамцев. Джон Кампалелли, тогдашний следователь морской пехоты США, писал в рассекреченных документах от 18 февраля 1968 года. Жертвами этого инцидента стали беззащитные гражданские лица, подавляющее большинство которых составляли женщины и дети, которые были убиты под предлогом борьбы за свою жизнь. Он добавил, пытаясь успокоить выживших и родственников погибших и раненых, старший офицер батальона морской пехоты Южной Кореи принес извинения и передал начальнику округа 30 мешков риса. В 2021 году, спустя почти полвека после окончания войны во Вьетнаме, жертвы резни Фонг-Ни и Фонг-Нук решили потребовать компенсации от правительства Сеула. По словам Нгонг-Хи Тханя, пережившего резню в этих деревнях, «Я так никогда и не избавился от кошмара того дня, когда южнокорейские войска вошли в нашу деревню. Но правительство Южной Кореи ни разу не посетило наше село, ни разу не спросило нас, что случилось». За массовыми убийствами Фонг-Ни и Фонг-Нуху последовала резня в Хами, когда 25 февраля 1968 года южнокорейские войска убили более сотни жителей деревни, опять же, в основном женщин, детей и стариков. Южная Корея утверждает, что не нашла в своих записях военного времени свидетельств убийства мирных жителей. Между тем, по многим заслуживающим доверия сообщениям, южнокорейские войска убили во Вьетнаме примерно 9 тысяч невинных граждан в общей сложности в более чем 45 случаях массовых убийств, зафиксированных по всему Вьетнаму. Также существуют широко распространенные сообщения о сексуальных домогательствах и насилии. По оценкам некоторых свидетелей, до 10 тысяч вьетнамских женщин и девочек были изнасилованы южнокорейскими солдатами. Диктатор Пак Чун Хи стремился построить стабильное правительство в Южной Корее, и поэтому он согласился взять на себя ведущую роль во Вьетнамской войне в обмен на американскую военную поддержку на Корейском полуострове и экономическую поддержку его амбициозных планов развития. Американская помощь и другие доходы, связанные с войной, оцениваются в 1 миллиард долларов США и являются жизненно важным спасательным кругом для рушащейся корейской экономики. Но Вьетнам не единственная страна, на которой южнокорейцы оставили свой кровавый след. В январе 2000 года газета Guardian опубликовала на первой полосе заголовок «США и Южная Корея обвиняют в военных зверствах» для расследования, которое раскрыло секрет серии нападений, совершенных Южной Кореей на Северную Корею. Согласно исследованию, южнокорейские войска напали на КНДР за год до начала Корейской войны. Сообщается, что в июне 1949 года более 250 партизан с юга атаковали северокорейские деревни вдоль восточного побережья. Это был один лишь из немногочисленных мелких конфликтов, спровоцированных югом.
первые дни Корейской войны Сеул также проводил массовые казни своих граждан, в которых, как считается, были убиты до 100 тысяч леваков и предполагаемых сочувствующих Пхеньяну лиц, обычно без предъявления обвинения или суда, за несколько недель в середине 1950-х годов. В 2019 году «Нью-Йорк Таймс» открыла еще одно давно замалчиваемое дело об острове Чеджу у южного побережья Южной Кореи. В 1947 году группа жителей острова Чеджу восстала против жестокости полиции и призвала к созданию единого корейского правительства после того, как страна была разделена на север и юг. Полиция, однако, ответила кампании уничтожения, заклеймив повстанцев как коммунистических агитаторов. Чеджудо превратился в бойню для людей, где погибло около 30 тысяч человек, что составляет около 1/10 населения острова. На самом деле, Сеул не только представлял угрозу для соседних стран в течение последних десятилетий, но и проявлял наименьшее уважение к жизни собственного народа. Показательным примером является зверство, совершенное в так называемом «Brothers Home» – «Доме братьев», финансируемом государстве-приюте для бродяг, где тысячи людей подвергались жестокому обращению с 1960-х по 80-е годы. В августе 2022 года комиссия по установлению истины и примирению Южной Кореи признала военную хунту страны ответственной за эти зверства. С 1960-х по 80-е годы южнокорейские военные диктаторы устраивали облавы для украшения лиц. В результате тысяч людей, включая бездомных и инвалидов, а также детей, были похищены с улиц и доставлены в учреждения, где их содержали под стражей и заставляли работать. Многие заключенные были порабощены, изнасилованы и в сотни случаев забиты до смерти или оставлены умирать. До сих пор никто не привлечен к ответственности за сотни смертей, изнасилований и избиений в Brothers Home. 나도 인간이고 사람이고 한데 그 상대의 그 사람인데 나이가 많든 적든 그 사람을 갖다가 끌고 오면서 막 거기에서 무작대로 그냥 때리고 그러는데 눈이 딥 넘어가는 그 자체도 모르는데 얼마나 공포스럽겠어. 그냥 저기 이야기하면 진짜 그런 영화에 그냥 한 장면 그냥 그 살인마가 그냥 막 끌고 가면서 사람을 때리지. 그 14살 나이에 그걸 보고 어느 누가 겁이 안 나겠어요. 공포스럽고 너무너무 힘들었죠. 한번 누군가 하나는 달라들고 하는 사람이 있다면 외국이 됐고 안 하면서 근데 그 본보기도 하나 죽인 진짜 이 입에서 거품이 올라오죠. 그러다 보니까 우리 어린 나이에 우리 그런 걸 봤을 때는 그냥 공포스러운 거예요. 그때 그 당시 고만고만한 애들은 다 그런 기억이 다 있을 거예요. 그 하나는 본보기가 돼가지고 그러면 그때 처음 들어온 사람도 아! 앉아, 그러면 안 되는 것 같다. 에? 식당에서 막 밥과 이게 먹을 음식이 아니까 안 문다 개기고 막 술 던지고 하는 사람들 우리 본 앞에서 아까 이민재판에 대한 이야기를 했다. В то же время, хотя некоторые южнокорейские президенты принесли извинения за участие страны во Вьетнамской войне, они не признали массовые убийства спустя годы после попыток отрицать или скрыть факты. По иронии судьбы, вместо этого они были заняты клеймением той или иной страны как плохой или хорошей. Не пора ли Сеулу признать собственные злодеяния, совершенные без страны и без страны?